над Баку, этим надо. 1-1, 15 передач друг друга. Мы говорим, скажи, молодцы, 1-1. Надо правду сказать, если бы не сборная Израиля, которая отобрала у команды Португалии очки, если бы не Руй Патрисио, мы бы не были на чемпионате мира. Азербайджан дружественный нам страна? Скажи, дружественный? Не знаю. Вот недавно Владимир Владимирович ездил туда, с Алиевым встречался. Дружба наших стран. А у меня на рынке одни азербайджанцы торгуют. Подождите, сейчас бы Португалия забила 6 Люксембургу, и мы бы все сидели как зайцы, вот так вот, как зайцы. Если бы у бабушки кое-что было, она была бы дедушкой. Как зайцы бы сидели, только бы Исландия нам попалась. Только бы Исландия. А потом вышли бы как против Словении. Чем все закончилось?